Зачем это касание нам? Подача в штрафную, опасно. Выбивается мяч защитниками. Подбор за Ангуштом. Нужно попытаться еще раз, может, штрафную-то подать. Но в итоге пока ждем, что же будет. Удар по воротам. Очень высоко Ангуш встречает и пытается этим теперь наказать. Тем более еще один момент. Опасный удар по воротам. Ну как так-то? Момент какой опасный был. Попадая в створ ворота, и был бы гол. Скорости не хватает. Восьмому номеру, это Жабрилову Муталиеву. Передача, удар по воротам. И снова мимо. А у нас здесь звучит финальный свисток. Насколько я понимаю. 3-2 Краснодар обыгрывает соперника. Ангуш снова очки не набирает. До встречи на матче UFL Юг 2. А я с вами пока прощаюсь. До скорых встреч на канале UFL Юг. Всего доброго и хорошего вечера.